Третье место тоже результат. Ну, конечно, не первое. Мы знаем, что делать и как двигаться дальше. Будем это делать, конечно же. Но помимо этого, сегодня подвели итоги Кубка Москвы по ралли-спринту, где мы участвовали в классе 1400. И по итогам всего кубка этого сезона мы заняли третье место и нас наградили вот таким дипломом. К сожалению, тоже не первое, а тоже третье. Какая-то цифра 3 в этом году, 2023. Не сходится. Поэтому надо идти к первому. Так что будем идти дальше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте все, что хотите. Пишите комментарии, друзья.